Изучаю. Смотри, какое кольцо. Да, Алина. Я думала, ты к программе готовишься, а ты? Так у нас про это и программа. Про что? Про украшения. Про ювелиров. Ты знаешь, что этой профессии более 5000 лет. Во все времена хорошие ювелиры очень высоко ценили. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли, чтобы узнать подробнее о профессии ювелира. Интересно вам это? Да. Да. Ну, пошли тогда. Александр Терзиев, ювелир. Стаж работы 40 лет. Работал огранщиком алмазов и бриллиантов на заводе «Украинские самоцветы». Позже преподавал этот предмет будущим ювелирам. Разработал и внедрил технологию огранки фианитов на ювелирном заводе в Кишиневе. Затем участвовал в запуске завода по обработке камней самоцветов в Хабаровске. Награжден медалью Международного фонда Карла Фаберже за вклад в развитие русского ювелирного искусства. На крупнейшем международном конкурсе «Ювелирный Олимп» в Санкт-Петербурге получил гран-при. При всем этом называть себя ювелиром не любит, предпочитает слово «камнерез». Из имени своего, говорит Александр, тоже уже вырос, поэтому просит называть себя Живославом. Живослав, почему вы для себя выбрали эту профессию ювелир? Мне очень понравились камни, когда я их начал обрабатывать, шлифовать, резать камни, особенно резать, когда там открываются такие тайны, такие... Потому что на, представляете, вы современным языком, если говорить, у вас есть флешка. Вы ее откопали где-то в огороде, вставляете, да, и начинаете получать информацию с этой флешки, которая пролежала там миллионы лет. Вот так и камень, когда вы открываете его, вы, если вы для себя решили, что вы это можете делать, то вы это, каждый человек это может сделать на энергетическом уровне. Общаться. И вы получаете ту информацию, которая заключена в этом камне. У вас есть любимый камень? Нет. Нет. Все камни настолько дороги, настолько замечательны, уникальны сами по себе. Нет. Вот этот лучше. Лучше что? Значит, тот хуже? Не бывает так. А вы разговариваете с камнями? Такой, чтобы никто не знал. Да. И они мне отвечают. Как рождаются идеи ваших работ? Всегда это, ну, в большинстве случаев у меня это совершенно случайные какие-то спонтанные мысли, которые вдруг как-то на чем-то остановился и начинает обрастать. Есть у меня работа, которая называется «Душа музыканта». Это сделано из одного камня, вырезана фигура виолончелиста. Это, кстати, эта фигура заняла на международном конкурсе в Питере, когда было 8 стран и 360 участников. Вот. Это гран-при получила работа. А ночью, как водится, в холодном поту просыпаешься, и у тебя эта идея уже процентов на 60 готова. Вот. Хорошо, дома был пластилин, вскочил, раз-раз-раз, и к утру у меня общий образ уже был. Что самое сложное в профессии ювелира? Именно идея для меня. Потому что когда ты с годами обладаешь техническими приемами, навыки технических приемов, то вырезать это не так сложно, как придумать, что вырезать и как оно должно быть. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать выдающимся ювелиром? Я не знаю, какими качествами для выдающегося ювелира. Но для того, чтобы сделать любую работу хорошо, нужно, во-первых, чтобы эта работа тебе нравилась. Потом усидчивость, конечно. Вот. Желание, чтобы
то, что ты делаешь, доставило не только тебе удовольствие. Нужно, чтобы это люди посмотрели и что-то в них шевельнулось. Поскольку в профессии ювелира есть множество специализаций, то получить ее можно в различных учебных заведениях. Самые известные из них – это Высшая школа народных искусств в Москве, Академия имени Строганова и Государственный университет дизайна и технологий. Среднеспециальное образование можно получить в Московском художественно-промышленном колледже имени Васнецова, колледже имени Карла Фаберже и других учебных заведениях художественно-прикладного направления. В Краснодаре получить профессию ювелира можно в Краснодарском институте культуры и искусств, а также на курсах профессионального мастерства. Живосав, а можно нам попробовать что-нибудь сделать? Если такое большое желание, то, пожалуйста, садись и пробуй. Ну, как впечатление? Эта работа очень сложная и кропотливая, потому что нужно все аккуратно вырезать, чтобы не было каких-то неровностей. Тут не только неровности нужно избегать. Тут, во-первых, нужно понимать, что ты делаешь. Если это рука, то нужно знать анатомию человека. Для этого существует образование, существуют книжки. Когда не хватает каких-то знаний, берешь и ищешь тот материал, который необходим для того, чтобы сделать правильно руку, чтобы на ней были видны все мышцы. При сгибании локтя, какой формы получается рука, как кисть, как пальцы расположены. Это все нужно знать. Святослав, ты посмотрел? Да. Как тебе, понравилось? Да. Хочешь попробовать? Да, давайте. Давай, садись. Да, мы будем делать следующую операцию – шлифовка. Это было у нас форма образования. Вот у нас деталь уже сформирована. Рука, держащая посох. И эту поверхность тебе надо загладить. Видишь, ступенечки остались? Вот их нужно аккуратненько загладить. Ну что, ощутил соприкосновение с вечностью? Да. И чтобы из нее сделать то, что тебе хочется? Да. Было очень необычно. Ощущения необычные, да. Но это очень тяжело. Это тяжело с непривычки. Когда ты любишь эту работу, это вся твоя жизнь, то это ты не ощущаешь такой усталости, тяжести какой-то. Я думала, что ювелир изготавливает только цепочки, сережки. А на самом деле это очень обширная профессия. Да, ювелир может делать произведения искусства и из камня, и из металла. О, смотри, ювелирная мастерская. Пойдем зайдем? Давай. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы хотели бы узнать, как изготавливаются украшения. Вы можете нам рассказать? Конечно. И расскажем, и покажем. Руслан Масахлишвили – потомственный ювелир. Стаж работы – 23 года. Ювелирное дело начал постигать в 15 лет. Учился у своего отца, художника-ювелира. Сегодня Руслан занимается разработкой и изготовлением ювелирных изделий по индивидуальным заказам. К нам в мастерскую приходит заказчик. Он приносит с собой либо набросок какой-то, что он там хочет сделать, либо фотографию. Он где-то мог увидеть ее в интернете или сфотографировать где-то на каком-то своем знакомом это изделие, которое он хочет сделать. Он приходит сюда, мы обговариваем дизайн будущего изделия и оформляем заказ. Далее начинает свою работу дизайнер-модельер. Он делает модель изделия, ту, которую хочет видеть заказчик. Мы отправляем эту фотографию
этот файл человеку на почту, либо он приходит сюда и знакомится здесь со своим будущим изделием. Если его все устраивает, то он дает согласие свое на дальнейшее производство этого изделия, согласовывает, и мы ее запускаем в работу. Сейчас я могу вам показать процесс отливки металла, ну, для самого простого изделия, допустим, для обручального кольца. Для того, чтобы у нас отлилась отливка, нужно для начала разогреть вот эту форму. Это называется тигель, керамический, огнеупорный. В нем плавится металл. Обязательно включаем вытяжку, потому что запах будет здесь. Нам он не нужен. Горячая, аккуратно. Вот у нас получилась вот такая заготовка. Далее это будет обручальное кольцо. Далее убираем облой, чтобы не было после отливки. Обязательно все это обрабатывается вот такую вещь, она называется фартук. Сюда собираются опилки, после чего они плавятся, и у нас получается опять металл. Далее мы берем нашу заготовку. Подходим вот к такому станочку, он называется вальцы, ювелирные вальцы. Можете посмотреть, здесь у нас идут ручьи, они идут на сужение. То есть мы начинаем с самого большого ручья. Вот, дальше мы начинаем катать. Далее заготовку мы отжигаем, кидаем в кислоту, чтобы оно стало мягким, перед тем, как нам гнуть его. Далее оно гнется, делается колечко, запаивается. Обрабатывается здесь за столом над филями, убирается шов, чтобы его не было видно. Бурмашиной, нулевкой сглаживается все это, царапины, все это убирается. И полируется на полировальном станке. И в итоге у нас получается новенькое колечко. А если человек хочет кольцо с камнями? Не проблема. У нас есть место закрепщика, микроскоп, все, что нужно для закрепки камней и для того, чтобы заказчик остался доволен. Спасибо большое, Руслан. Было очень интересно. Без проблем. Всегда, пожалуйста, приходите еще раз в гости. Сегодня мастера-ювелира ждут как в небольших ювелирных мастерских, так и на крупных предприятиях. Доход ювелира зависит от многих факторов – сложности заказа, стоимости материала и уровня профессионализма мастера. В среднем заработная плата ювелира в месяц составляет 60 тысяч рублей. На момент выхода программы вакансий в стране было найдено 2170, из них 199 в Краснодаре. Сегодняшняя программа. Было очень интересно. А мне жаль, что профессия ювелир оказалась мужской, и среди выдающихся ювелиров нет женщин. Ну, ты можешь стать первой.